Эти аппетитные бутерброды на скорую руку очень хороши для завтрака или перекуса. Натрите несколько отваренных яиц, затем добавьте печень трески и заправьте это все майонезом. Обязательно перемешайте до однородной массы, а не как я. Промытые и обсушенные перья зеленого лука нарежьте в небольшом количестве и приступайте собирать бутерброды. Возьмите ломтик хлеба, черного или белого. Также можно подсушить хлеб слегка в тостере. Ровным слоем нанесите на него печеночную массу и посыпьте обильно зеленым луком. А ты пока подпишись и прокомментируй. У меня еще много рецептов. Приятного аппетита!